Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Рагим Лятифов объявил, что сотрудники МЧС России приступают к разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов на территории Агдамского района Азербайджана. А представитель МЧС России генерал-майор Анатолий Савин проинформировал о том, что спецгруппа уже находится в Азербайджане. В составе самой группы 20 человек личного состава – пиротехники, саперы, кинологи, а также инструкторы. Также специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. В ходе разминирования и очистки окраин Хан-Кянди российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы «Уран-6», которые позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности в любых погодных условиях. С 23 ноября 2020 года за время проведения операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил очищено от неразорвавшихся боеприпасов более 414 гектаров территории, более 160 километров дорог, 617 домостроений, в том числе более 20 социально значимых объектов. Обезврежено около 19 тысяч взрывоопасных предметов. Обнаруженные взрывоопасные предметы и не сработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ. При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.